Всем доброго дня. Иду на пасеку. 5 июня. Четвертый хороший день. Пчелки работают. Еще цветет одуванчик. Пчелки работают. Все в пыльце. Четвертый день. Неплохая погода. Получается у пчелок поработать. Ночью бывают дожди, но вот четвертый день хороший, 18-20 градусов. Сегодня 21 градус, 5 июня. Зацветает рябина. Надеюсь, в лесу цветут ягоды. Это черника, брусника. Пасека у нас от дома отстоит на 200 метров. Да, вот так вот. Пчелки местные, не знаю, проследила их родословную лет 15. Но прилетали раи, тоже с местных пасек. Олег разрабатывает второй участок. У нас участок картошки расширился. Уже было 4 сотки, сейчас 6 соток. Вот там повыше участок. Сколько, Олег, тот участок? Тот, 3,5 сотки? Нет, вот тот, который посажен. Да, 3,5 сотки засажено. А вот это 2,5 здесь пониже. Никогда у нас не было вот такого болота. Тут болото такое. Вот, участок подсыхает. Сейчас вырос, который пырей вырос, Олег уберет. Вот, а лебеду и вот мелкий сорняк запашется мотоблоком. Такое болото приходится по траве обходить. Уже лютик зацветает. Ну, лютик, конечно, не медонос, но поле желтое не только от одуванчиков, от лютиков. Купавка там доцветает. Купавка уже все отцветает. А здесь у нас мы хранили какой-то год рулоны покупные. И вот у нас обсеялась такая хорошая травка типа Тимофеевки. Забивает сейчас сныть. Здесь у нас укосы. Здесь утром на этой траве я видела пчелок. А сейчас нету. Одуванчик разошелся. Да, вот с этой травки собирали пыльцу. Вот мое снаряжение. Ящик. Корзиночка. Очень удобно. Сама сплела, сама использую. Вот так вот. В этом году столько мошки. Такой сырой май. Мне кажется, не было. Вот в первый год, как мы сюда приехали, в 2003 году. Сначала иду в сторону двора, конюшни. Затем поворачиваю направо. Вот в 2003 году мы сюда приехали покупать дома. И как нас не испугала эта мошка. Мы приехали в это время. Конец мая, начало июня. Как нас эта мошка и эти комары не испугали, не представляю. Потом как-то с каждым годом все меньше и меньше было мошки. Последние годы мы уже как местные жители ее терпели. Начинает цвести земляничка вместе с незабудкой. Там заросли шиповника, медонос. Сейчас морковник зацветет скоро. Бывает, что с него пчелки собирают, сидят на нем, не знаю, что там собирают. Медонос слабый, но он очень вкусно пахнет. Да, вот здесь была плантация шиповника, и козы его уничтожают. Ну ничего, здесь много шиповника кругом. Он разрастается. Деревня зарастает и шиповником тоже. Вот пасека. Береза и ивы, вот ветлые, это юго-восток. С запада закрывает такой отвал земляной.
А с севера здесь сосны. В общем, с севера тут такого сильного ветра, севера, северо-запада, сильного ветра нет. Так, здесь кого-то они... А, матка! Господи, помилуй. Зачем матка вышла лететь? Да. Она вон маленькой такой стала. Идет обратно. Вот. Они тут собираются роиться. Так, загнали ее пчелки обратно. А я иду делать отводок на плодную матку. Семью перемещу в большой улей, а отводочек сделаю в маленьком 12-рамочном, в котором семья сидела. Всем всего доброго! До новых видео!